всем привет. Продолжаем бродить по сюжетам, узнавать что-то новое. Я сам узнаю. Ну вот сегодня я хотел бы рассказать о сюжете. Это история Кимона и Перо. Кимон и Перо – отец и дочь, о которых рассказывает римский историк Валерий Максим в книге «Замечательные дела и речи». Это первый век. Так вот, легенда из истории Древнего Рима. По решению Сената за совершение преступления римлянин по имени Кимон был заключен в темницу и обречен на мучительную смерть от голода. Дочь Кимона, Перо, стремясь спасти отца, решила кормить его грудью, так как не могла проносить пищу мимо стражи, ибо это грозило ей гибелью. Вот такая история, вот такие картины, знаменитая картина, конечно, Рубенса. Вот такая история о отце и дочери, и отце Люди, я бы сказал так. Все, всем пока, всем привет, вот нашел картинки такие. Посмотрите, пожалуйста, из интернета знаменитая картина Рубенса «Отцы Люди Римлянки». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Do.